Друзья, всем привет! Я Артем Рудаков. Сегодня 6 декабря 2014 года. Сейчас я нахожусь в городе Дубай, и именно в этот день я хотел бы подвести итоги своей 100-дневки. 25 августа 2014 года я поставил цель поехать на мероприятие компании World и увидеть презентацию Space Computer нового поколения. Я добился данной цели, хотя было реально непросто, было много трудностей на моем пути. Но самое важное, ребята, это ставить конкретные цели, и если вы реально этого хотите, вы точно их добьетесь. Всем спасибо за внимание, удачи, добивайтесь своих целей, и все будет реально супер. Пока.